И видим, у нас добавились новые платные стикеры, которые мы можем использовать бесплатно. Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео речь пойдет о дополнительном расширении для Google Chrome, с помощью которого вы сможете добавить и использовать новые наборы смайлов, также стикеров для ВКонтакте. Итак, переходим по ссылке, которую вы увидите в описании под видео. Далее нажимаете «Установить расширение». Ждем, пока у нас появится здесь иконочка. Вот она у нас появилась, то есть наше расширение установлено. Теперь переходим на нашу страницу, открываем диалоги и сейчас кому-то напишем. Допустим, это будет вот этот человек. Теперь нажимаем на смайлы, далее магазин стикеров. И видим, у нас открылся наш набор смайлов и стикеров. Выбираем любой из них. Допустим, это будет этот, этот, этот и этот. Затем переходим на нашу страницу снова. И видим, у нас добавились новые платные стикеры, которые мы можем использовать бесплатно. Также отправлять. Вот, все у нас работает. Ах да, на самом деле это являются как бы не стикеры, а просто картинки. Вот, видим, мы человеку отправили якобы стикер, но у него пишет фотография. Но, в принципе, эмоцию он передает. Все, всем спасибо за просмотр. Если вам это видео было полезно, ставьте лайк. Не полезно, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на мой канал. Скоро будет много интересных видео. Всем пока.